Друзья, всем привет! Что-то мне подсказывает, что вам очень понравилась подборка недорогих, но нужных вещей. Поэтому я сделал еще одну. Собрал классные товары стоимостью до 5 баксов. Ну и конечно же конкурс. Победитель сможет выбрать любой товар из этой подборки на свой вкус. Условия для участия чуть позже, а пока хочу порекомендовать вам канал Twinkle Brain. Автор делает крутые подборки различных товаров с AliExpress и не только. Ссылка на канал в описании. Подписываемся! На первом месте цифровой алкотестер. Если вы вчера нехило покуражили, эта штука подскажет, как долго вы будете ходить без прав, если сядете за руль. Дальше крутая рогатка. Не имеет лазерного прицела и самонаводящихся снарядов, но поможет весело провести время, пуляя по банкам из-под пива. Вашим тараканам скучно? Купите им друга. Вот такой вот таракашка не позволит скучать вашим насекомым. Жрать не просит, работает от солнечной энергии. А вот классный планировщик на 3 месяца вперед. Позволит ничего не забыть, везде успеть, а также закрыть дырку на обоях, чтобы мама не спалила. Стата в игре херня и вас считают раком? У вас просто нет вот такого коврика для мышки. Сразу после его установки рейтинг поднимается, а враги умирают только увидев вас на горизонте. Задолбали соседи, которые уже полгода делают ремонт? Ответить им взаимностью вам поможет вот такой вот набор из 50 сверл. Покупаем, заряжаем и развлекаем соседей созданием перфорации на стене. Вам все равно на собственную безопасность при езде в машине, но машина, сука, умная и постоянно пищит, требуя пристегнуться. Вот такие вот заглушки в замок ремня заставят ее передумать. Телефон на тренировке постоянно мешается, а без музыки никак. Портативный MP3-плеер вам в помощь. Играет хорошо, штаны к земле не стягивает, наушники в комплекте. Постоянно садится телефон, а таскать полноценный повербанк лениво. Вот такой компактный повербанк-брелок продлит жизнь вашему телефону и позволит успеть добежать до розетки. А вот прикольный аппарат по раздаче конфет. Денег не требует, нужно только повернуть рычаг, и он тут же одарит вас вкусняшкой. Главное не забывать его пополнять, а то быстро пустеет. Любите необычные ракурсы на фотографиях? Вот такая селфи-палка вам в этом поможет. С ее помощью можно показать себя с необычной стороны. Если к вам на фото присоединилось еще 27 друзей и вы не влазите все в кадр, то тут на помощь придет вот такой вот штатив для телефона. Мега универсальная вещь, которую можно примотать к чему угодно. Достаю из широких штанин, нет, не паспорт, а сверхпортативную силиконовую клавиатуру. Клава всего 23 см в длину и легко сворачивается в трубочку, поэтому ее можно брать с собой куда угодно. А еще с ее помощью можно роллы приготовить, если вдруг проголодались. Универсальный зарядный переходник позволяет от USB заряжать все, что угодно, от айфона до андроида. Не можете открутить крышку на банке с вареньем? Закажите эту открывалку для крышек. Подождите всего месяц, и вы сможете насладиться вкусным домашним вареньем. Открывалка подходит для разных диаметров и может открыть что угодно, от огурцов до кетчупа. Хотите знать, сколько будет 384 умножить на 52? Нет, можно, конечно, столбиком посчитать, а можно и вот на таком необычном прозрачном калькуляторе. Он очень тонкий и занимает мало места. Незаменимая штука на занятиях. Вас все бесит и хочется намять кому-нибудь морду? Вот такой вот прикольный антистресс поможет вам в этом. И стресс снимите, и морду намнете. Кстати, а кто в курсе, на черта народ на подголовнике в авто вот такие вот маски лепит? Это какое-то тайное общество по борьбе с теми, кто иконки на приборке возит? Но на всякий случай оставлю это здесь, вдруг вам надо. Ну а если вендетта это не твое, и ты всю жизнь мечтал перейти на темную сторону силы, то тогда тебе понадобится вот такая вот маска из Звездных войнов, останется только черную простыню украсть, и все, ты отец Люка Скайуокера. Поиграть с друзьями в войнушку и весело провести время вам поможет вот такой вот классный пистолет типа Nerf. Стреляет не только патронами, но и Orbis, которые также идут в комплекте. Переживаете за свой велосипед? Установите на него вот такую сигнализацию, и если кто-то тронет ваш велик, то она такой вой подымет, что ни один грабитель не будет рад. А как вам вот такая вот бутылка в форме блокнота? Удобно таскать в сумке вместе с ноутбуком. Места занимает мало, а вот налить в нее можно много. Хотите необычных фотографий, сделанных на собственный смартфон? Вот такой вот набор из 3 разнообразных линз вам в этом поможет. Тут вам и глаз от рыбы, и макро, и ширик обыкновенный. В общем, наборчик на любой случай. А если вы музыку любите слушать больше, чем фотографировать, то тогда вот, портативная колонка-брелок.
вешаете ее на телефон, и у вас дискотека везде, где бы вы ни были. А тут у нас переносная подложка под попу. Ночи еще холодные, земля сырая, но если не терпится посидеть на земле, то вот такая вот портативно-складная сидушка спасет вашу попу от грязи и холода. Следующим пунктом это горячо любимый и многими обожаемый нож-птичка. Этот ножик в последнее время приобрел бешеную популярность на Али. Каждый крутой блогер уже сделал на него обзор и рассказал об его достоинствах. А еще одной очень популярной новинкой года 2017 является вот такой вот спиннер. Говорят, очень помогает занять руки тем, кто не знает, куда их деть. А вот посмотрите, какие необычные часы. Они нереально круто выглядят, а стоят совсем недорого. Дальше у нас по списку олдскульные наушники. Они сделаны в виде наушников, которые носили в конце 90-х, начало 2000-х. Прикольный дизайн. Невероятно мощный для такого размера и глубокий бас, четкие высокие и вполне нормальные средние. Поэтому если вам нужны наушники не как у всех, то стоит обратить внимание на этот вариант. Посмотрите, какие крутые карандаши. Их можно гнуть в разные стороны, а можно вообще завязать в узел. Очень необычные, и я думаю, что ваши одноклассники просто умрут от зависти, если увидят что-то такое. А вот ластик для ленивых. Чтобы им стирать, не надо даже шевелить рукой. Просто нажать кнопку, и стирашка все сделает за тебя сама. Продолжая тему школьных принадлежностей, хочу вам показать вот такие вот мимимишные унитазы. Весьма необычное решение, но китайцам, наверное, виднее, как должна выглядеть точилка для карандаша. И в дополнение, чтобы все это дело сложить, подойдет вот такой вот пенал-песик. Если постараться, в песика можно запихнуть не только карандаш, ручку, ластик и унитаз, но еще много чего, так как собачка эта очень вместительная. Дальше у нас USB перезаряжаемая, электронная, ветрозащищенная зажигалка. Работает по принципу автомобильного прикуривателя, не требует газа или бензина. Все безопасно и весьма современно. Если у вас кот вовсе и не кот, а просто олень какой-то, то ему точно нужна вот такая вот шапка, чтобы знали все, кто он по натуре. А котик же вам будет премного благодарен. Наверное. А теперь немного товаров для девочек. Если вы вся такая кошечка, то вам просто необходимы эти милые заколки в форме кошачьих ушек. Или вот такое вот прикольное зеркальце-печенька. Главное не перепутать в темноте и не закусить им с голодухи. А еще я нашел клевый светящийся в темноте кулон. Смотрится очень необычно и однозначно будет приковывать взгляды окружающих на какой-нибудь вечеринке. Для спортсменов могу порекомендовать вот такой вот плеер-наушники. В них можно слушать музыку с флешек или настроить радио. Очень плотно сидят на голове и не слетают даже при интенсивных тренировках. Если же вы любите более привычный вариант, то вот такие вот внутриканальные наушники прекрасно подойдут для занятия спортом. А следующий товар в подборке чисто мужской. Миниатюрный мультиметр с зумером. Внутри все по минимуму, но работает. И свою цену он отрабатывает на 146%. А 6000 отзывов это подтверждают. Хотите мышку не как у всех? Вот вам. Такая будет только у вас и еще 5000 человек, что ее купили. А вообще прикольная вещица, можно в подарок кому-нибудь подарить. Но если вам нужна мышка классической формы, то тогда вот ваш вариант. Мышь имеет 6 кнопок и подсветку, что позволяет ее безошибочно находить в полнейшей темноте. Да и выглядит она круто. Хотите заиметь собственного супергероя? Тогда вам сюда. Куча разнообразных героев из вселенной Marvel ждут вас. А вот кавайные карандаши в банане. Как уверяет продавец, они сделаны из натуральной древесины и не оставляют занос в нежных руках школьника. Прекрасно подходят для рисования на альбомах, тетрадках, учебниках, партах, подоконниках, стенках. Пускай ваш ребенок развивается как творческая личность. И чего только не придумали для дизайна ногтей. Тут вам и переводилки, и присыпки всякие, а вот еще и маркер. Покупаешь и пишешь себе на ногтях все, что хочешь. Можно, например, правильный ответ. Ответы на вопросы по контрольной. Главное, чтобы места хватило. А кому крутое колечко из фильма «Кредо убийцы»? Добавляет крутости хозяину и позволяет прыгать с колокольни в телегу с сеном. Следующий по списку идет вот такая вот необычная зажигалка в форме колоды карт. Прикольная штука. Если вы ее купите, то удача обязательно повернется к вам лицом и вы сорвете джекпот в joycasino.ru. А еще там есть встроенный фонарик, который поможет осветить ваш жизненный путь. Предпоследним в списке еще один необычный MP3 плеер. Носится он на руке, то есть для него вообще одежда не нужна. Прекрасно подойдет для посещения нудистского пляжа. И последнее в этом списке это крутая бейсболка. Как для мальчиков, так и для девочек. Незаменимый аксессуар в жаркие солнечные дни.
А теперь про конкурс. Для участия в конкурсе необходимо: первое, быть подписанным на мой канал; второе, подписаться на канал Twinkle Brain; третье, поставить лайк этому ролику; и четвертое, написать сколько угодно комментов под этим видео. Напоминаю, что победитель сможет выбрать любой товар из этой подборки. Итоги 29 апреля в субботу. У меня на этом все. Если вам понравилось, обязательно поделитесь этим видео в социальных сетях. Этим вы поможете каналу в развитии, а мне будет очень приятно. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всем пока и приятных вам покупок!